Хасаалиев, ведущий проект медицины и психологии канала ТВ Прав. В наступлении Нового года, праздника такого великого, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства. Но я человек творческий, поэтому не всегда делаю все стандартно. Я делаю все из себя. Вот я, например, не знаю, какой сейчас год петуха там, или год крысы, или год там цыпленка или кролика какой-то наступает. Но я все-таки хотел сделать вот велосипед, видите, который нас понесет. Мой друг Надар Беридзе, он сейчас понесет эстафету добра по миру на велосипеде. А я это делаю как раз-таки для того, чтобы вручить ему эту картину. Сегодня очень важно, чтобы люди вспомнили, что доброта, любовь, сопереживание, потребность в сотрудничестве, в созидании, вот самое главное, счастье – это быть собой. А совместное счастье – быть собой вместе. И вот это вот главное. И мы сейчас делаем все вместе науку человечности. Казалось бы, что зачем ее делать? Казалось бы, кому она нужна? Потому что мы же все знаем, что это такое. Нет, дорогие мои, мы не знаем, но мы это узнаем. До встречи, друзья. С Новым годом. Поэтому, условно говоря, в этом новом году, я надеюсь, мы совершим в хорошем смысле культурную революцию. Потому что без того, чтобы мы были человеками, ничего хорошего не будет. А мы работаем на это. До встречи, друзья. С вами был Хасаалиев, ведущий рубрики проекта медицины и психологии канала ТВ Право. Обнимаю всех. До встречи в новом году.